Специализированные предприятия занимаются плановой очисткой дорог округа после зимнего периода. Весенняя мойка дорожного полотна проводится с применением специального средства «Чистодор», сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. В Одинцовском городском округе 703 автомобильные дороги общего пользования протяженностью более 620 километров. Их общая площадь превышает 3 миллиона квадратных метров. Помимо мойки проводится ямочный ремонт покрытия.